Вариант 2. Группировка в конце. Этот вариант более сложный, и ваши руки уже находятся у ушей в положении березки. Вы делаете движение точно так же, как и в прошлом варианте. Только ваши пятки в самом конце прижимаются к ягодицам. Руки, делая округлое движение, тянутся к коленям и берут группировку. Из этого положения вы поднимаетесь в положение упор-присев.